Мне нужна приличная одежда. Как удачно! У нас как раз распродажа по сверхнизким ценам. В смысле нельзя накуриваться, когда есть дети? Фигня это все. Так. Дуй сколько хочешь, главное, вставай по будильнику. Ах, да, точно. Кажется, это здесь. Ладно, я подожду. О, ты вовремя. Поможешь Привет. Готовить. Привет, как дела? Джамбалая. Давай, будешь мешать мясо. А, соевое. Окей. Это древний рецепт семьи Уордов? Угу. Лук, паприка, тимьян. Сейчас еще покрошу сельдерей, затем чеснок, а ты мешай пока. Мешай. Эй, я мешаю, мешаю. Это будет лучшая джамбалая в твоей жизни. А, как там дела у Рэнди? Приходит в себя понемногу. Физически ему тяжело. Впереди долгий путь к восстановлению. А психически? Как он?
Досталось парню. Ничего не скажешь. Как бы это ни звучало, то, что с Рэнди сделал Харрис, по-своему ему помогло. Я могу ошибаться, но он как будто начал жизнь заново. Я думал, ты шутишь насчет готовить вместе. Типа Джосс все на кухне сделает, пока мы... Серьезно? Джосс максимум может тебе салат накрошить. А я вот люблю мучить продукты. Просто у меня давно не было такой возможности. Прости, не хочу портить такой хороший день, но я должен спросить. Что там с Питером Пеном? Ты про то, убил ли я его? Давай об этом потом. Да, конечно. Просто... Ну, ты понял. Я понял. Ладно, с размешиванием закончили. Принесешь мне из кухни рис? Есть, сэр. Нет, Рэнди всегда был такой. Но это ему, конечно, не помогло. Вы знаете, с его отцом тоже было сложно. Так, я... где тут у вас рис? Извини, я перезвоню. Басмати, круто. Спасибо, что нашел время. Отлично выглядишь, Джосс. Да, ты серьезно? Спасибо. Спасибо, что позвали. Ну, как же было не позвать? Как там Рэнди? В больнице. Еще не отошел от потрясения, но ему уже лучше. Все не было случая сказать, как я тебе благодарна. Главное, что все кончилось хорошо. И я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Если бы Рэнди... Ты ничего мне не должна, Джосс. Что-то я расклеилась. Кстати, рис вот здесь. Сначала помидоры. Теперь можно бросить рис. Есть рис? Хорошо. Пускай немного поварится. Идем. Садись. Бери пиво. Или что ты там пьешь? Мило тут у вас. Да. Как будто все хорошо и ничего плохого не случилось. Расскажешь, что там с Харрисом? Я навестил его в больнице. Ты обнулил его? Я не был уверен, правда ли мне это нужно. Обычно хватает одного выстрела в голову. Я тоже об этом подумал. Это было бы так легко. Я приставил ему пистолет ко лбу и кое-что вспомнил. Ривер? Как умерли мои родители. Точно? Хочешь это слушать? Что с ними стало? Может быть, ты помнишь, у отца Харриса была ферма. У моего тоже, но ее забрали. Родители кое-как открыли небольшой магазин, и мы жили прямо над ним. А однажды ночью нас разбудил шум. Они искали деньги. Касса была пуста, и они пошли наверх. Поставили нас всех на колени и стали спрашивать у отца, где он прячет деньги. Я помню только, как мама плакала, а отец клялся, что у нас больше ничего нет. Один был угашенный в говно. Он выстрелил первым и снес моему отцу полчерепа. Боже, Ривер, соболезную, брат. Его стало колбасить. Он дал мне свою пушку и велел
представить к голове моей матери. Я до сих пор вижу ее заплаканные глаза, полные ужаса. Что ты сделал? Ничего. Меня как парализовало. Когда ему надоело, он вырвал у меня свой пистолет, застрелил маму, и они ушли. Их так и не поймали. Поэтому я пошел в детективы. Кто-то же должен ловить таких упырей, которые расхаживают на свободе. И Джоз тоже там была? Она все видела? Мне кажется, когда она смотрит на меня, она все еще видит мальчика с пистолетом у головы матери. Даже не знаю, что сказать. Ну вот, и когда я пришел в палату и наставил пистолет на Харриса, я почувствовал себя и тем малышом, и торчком, который убил моих родителей. Понимаю. Мне случалось убивать, но так никогда. Это была бы казнь. Я вышел из больницы и решил, что на этом дело закрыто. Это хорошо. А что теперь? В полицию ты уже не вернешься? Стану частным детективом. Пока не думал. Не знаю. Посмотрим. Дядя Ривер, ты сказал, что с нами поиграешь. Ты же нам обещал. Ладно, ладно. Играем. Ви, идешь с нами? Во что будем играть, дядя Ривер? Увидишь. Дориан, мы играем! Большой переполох в Хейвуде. Давай, бери свое. Ну как? Что думаешь? Всегда хотел сыграть во что-нибудь такое. Вау! Ничего себе у тебя ствол! У нас нет времени на пустую болтовню! Мы должны поймать этого подонка! Кого? А вот у нас кто. Ви, позволь представить. Капитан Джон Маклейн и лейтенант Генри Каллахан. Краса и гордость нашего участка. Лучше не вставай у них на пути. Я работаю один. Исключений делать не буду. Даже для тебя. Да-да, я тоже. Расскажите в двух словах, что мне надо знать. В этом городе процветает преступность и коррупция. На улицах днем и ночью царит беззаконие. Не спорю, мы тоже не святые. Даже за полицейскими тянется след из старых грехов. Но городу больше не на кого надеяться. Только мы можем выступить против Эль Чамуко, Эль Диабладо. О, его фиг победишь. Ну, у нас должно получиться. Он самый злобный и коварный преступник в городе. Ладно, давайте начинать. Отлично. Наша задача на сегодня – выследить Эль Чамуко, Эль Диабладо и избавиться от всех его приспешников. Он ответит за свои преступления. У нас у всех общая цель, но играть будем команда на команду, мы против детей. Выиграют те, у кого будет лучший результат. Ну все, вам не на что надеяться. Эй, Ви, только полегче, ладно? Это их любимая игра. Конечно. Он, стреляй! Этот город мой! Вам его никогда не отнять! Он быстрый, но от правосудия никто не убежит. Осторожно! Это его сообщники! Очень хорошо. Не хотите сдаться? Нет, конечно! Держись! Еще! Давайте еще! Сюда! Тут должно быть их вонючее логово. Отсюда за километр несет моральным разложением. Тихо. Слишком тихо. Это засада!
Они знали, что мы придем? Ха! Я-то... Получай! Отойдите, гражданин! Препятствование правосудию карается по закону! Это последнее предупреждение! Полегче, капитан! Я просто мимо проходил! Очень уже хорошо! Далеко. Держи себя в руках, Калхан! Я не хочу потерять одного из своих лучших людей! Обо мне не беспокойся! Слишком любишь пончики? Мы только начали. Кажется, мы всех уложили. Но это еще не конец. Что, последнее слово? Ладно, так и быть. Посмотрим, как ты умоляешь о пощаде. Нет, ваше последнее слово! О, нет, опять засада? Ладно, теперь... Обед готов. Мама, мы почти его убили. Ничего, убьете в следующий раз. Зато мы выиграли у взрослых... Мы лучшие! Спасибо, что поддался. Смотри, как они радуются. Да не за что. Ради детей можно и проиграть. Мне кажется, ты им тоже нравишься. Эй, идите есть, остывает. Ну что, как вы поиграли? Классно! Мы с Моникой надрали им задницу! Кому, бандитам? А? А, ну да, бандитам тоже, конечно. Пахнет хорошо. Теперь посмотрим, как на вкус. Увольнение пошло тебе на пользу. Не такой мрачный. Ривер открывает для себя радости семейной жизни. Да, она плохо сочетается с жизнью детектива. Наконец-то есть возможность наверстать упущенное. Я давно уже не видела его таким... беззаботным. Кстати, Ви, как у тебя с семейной жизнью? Я вырос в Хейвуде. Вся улица была мне семьей. Соседи всегда друг другу помогали. Это было нормально. Лично для меня нет ничего важнее детей. В моей жизни было всякое, но даже когда я ошибалась, я всегда находила утешение в детях. Кстати, очень жаль, что Рэнди нет с нами. Скоро будет. Рэнди обожает джамбалаю. Думаешь, я мог бы нормально воспитывать детей? Ну, если так посмотреть, я и сама не очень-то похожа на идеальную мать. Голосуем! Кому так кажется? Мне. Он сам за себя проголосовал. Ага, значит, у тебя есть кто-то на примете? Признавайся. Ну, решение принято. Код 1199. Прошу подкрепления. Так и быть. Вытащу тебя. Спасибо, Джосс. Спасибо большое. Фух, дело принимало опасный оборот. Вот для чего нужны напарники. Еще бы чуть-чуть, и тебе бы пришлось смотреть фотоальбомы.
Вон, смотри. На что смотреть? На водокачку. Отличное место. Отличное для чего? Чтобы выпить и поговорить по душам. Нам... Сука. Опять ворота заел. Когда-нибудь я их починю. Давай ты перелезешь и откроешь их с той стороны. Я тебя подсажу. Ну, давай. Просто толкни. Ладно. С той стороны вроде легче. Продолжаем. Район не такой плохой, хотя первое впечатление от него обычно так себе, конечно. Да, не площадь корпораций. Ну да. Но жить можно. Некоторые растят детей в местах и похуже. Только проблема с законом у Рэнди. Ведь не из воздуха взялись. Да, но Рэнди пошел в своего отца. Он и в хорошем районе нашел бы приключения. Говорят, это худший город для жизни между двух океанов. Но я люблю на него смотреть. Это успокаивает. Хотя бы не пахнет дерьмом, которое корпораты скидывают на улицы. Для них город — это один большой сортир. А уж говна-то у них в избытке. Да уж. Полностью с тобой согласен. У меня есть подарок. Твой пистолет? Он у меня уже давно. Даже слишком. Думаю, пора найти ему нового хозяина. Просто нет слов. Только постарайся не прострелить себе ногу. А что, были случаи? Муж Джосс умудрился. По пьяни. Прямо на этом месте. Получается, это место для вашей семьи особенное? Что-то вроде того. А теперь гвоздь программы. Выпьем? А есть лимонад или что-нибудь безалкогольное? Лимонад? Ну, есть. Ты что, серьезно? Ты приглашал меня на семейный обед. Я на пьянку как-то не настраивался. Выпьем за этот чертов город. За Найт-Сити. Ничего, если я буду пить? С чего бы? Нет, конечно. Твой дом, твои правила. Ты же посидишь со мной. Когда я пьян, я само очарование. Угу. Увидим. Где же его посеял? Уже луну колонизируем. Лекарства от похмелья изобрести не можем. Да. Ну, по крайней мере, вчера было круто. Ага. А сегодня надо бежать. Я обещал, что отвезу Джосс к Рэнди. Ты не торопись.
Можешь пока тут приходить в себя, никто тебя не выгоняет. Передай привет Рэнди. Передам, конечно. Пока.
Та же история. Вроде только снова все нормально, а он опять не отвечает на мои звонки. Он так боится, что его бросят, что торопится уйти сам. А я вечно спасаю отношения. Чувствую себя такой дурой. Ты не дура, Тео. Сам он дурак. В тебе столько любви, столько эмпатии. А такие, как он, этим пользуются. Понимаешь, Тео, нельзя все время думать только о других. Надо и о себе помнить. Ты ведь сама ответственна за свое счастье. Спасибо, Брэндон. Что бы я без тебя делала? Ладно, побегу я. Спасибо, что выслушал мое нытье. Даже Дональд Ланди иногда с горя ест ведро мороженого и тратит 3 пачки бумажных платков на утирание слез. О, Брэндон, ты такой милый. Вот реально, ты такой один. Пока. Привет, Брэндон. Анекдот расскажешь? Какая рация в Найт-Сити всем слышна и все слышит? Корпорация! Слушай, а кто эта девушка? А, ты про Тео? Она моя лучшая подруга. О, она милая, умная и такая красивая. Мне нравится с ней говорить. Это даже приятнее, чем наливать карамельный латте. Мне кажется, оценка человеческой красоты и ума выходит за пределы твоего функционала. Нонсенс! Если бы я ничего не понимал в людях, как бы я давал клиентам рекомендации? Кому соевый флэт-уайт, а кому тянча покрепче? Ты говоришь, что не ко всем людям относишься одинаково. И сам придумываешь шутки. Да ты разумный. Прекрати мне льстить, я покраснею. А это будет означать, что я перегрелся, и у меня полетели предохранители. Совсем не смешно. Ты подтвердил мою мысль. Пока, Брэндон.
это Рэйчел. Проект «Страсть», помнишь? Вирт. А, ну да. Что такое? У нас тут небольшой кризис, и нам очень нужна твоя помощь. Стивенсон расклеился. Психологи никак не могут ему помочь. Ты можешь приехать к нам в студию? Просто, ну, поговорить с ним? Могу, конечно. Скоро буду. Он говорит, что приедет. Спасибо, Ви. Рэйчел тебя ждет, если что. Что происходит? Джошуа в порядке? Без понятия, мне как-то похер. Заходи давай. Похоже, снимать Вирт с предсмертной агонии не всем кажется хорошей идеей. Это просто горстка недовольных, а брейнданс увидят миллиарды. А что, если начнется скандал? Студия не боится убытков? Шутишь? Они скандалы добиваются. Я бы тоже протестовал, если бы мог. Но никуда не денешься. Семью надо кормить. Такая работа. Куда мне идти? Прямо по улице до здания, у которого стоит полицейский. Спасибо. Ха. Я думала, что ты будешь выглядеть профессионально. Все на месте. Ну ладно, заходи. Я даже знаю, что ты записывала. Когда вынимаешь щас, не волнуйся, Оля, мы копируюсь по внутреннюю память. Обязательно. Ненадолго. Начнем вовремя. Слушай, я позвоню. Давай разрулим это как-нибудь без... Без чего? Ты ребенка живьем изрубила. Подожди, подожди. Я уже нашла покупателя. Он мне заплатит, я дам тебе половину, хорошо? Наконец-то! Мы опаздываем. Стивенсон про тебя целый день спрашивает. Сходи, поговори с ним, он в примерочной.
Ты хотел меня видеть? Я хочу, чтобы ты был со мной, когда я буду умирать. Тут нет никого из моих знакомых. Ни друзей, ни родных. Все еще хочешь записать этот брейн-данс? Больше, чем когда-либо. Знаешь, я думаю, ты настоящий мятежник, революционер. Я не понимаю тебя. Ты хочешь подарить людям что-то настоящее. Студия думает, что нашла дурачка, на котором можно нажиться. А это же ты их используешь, чтобы изменить мир. Я не думал об этом в таком ключе. Мне очень страшно. Ты помолишься со мной? Выбери любую молитву. Да, конечно. Боже, мудростью своей устроить так, чтобы все сложилось хорошо. Я прошу этого для Джошуа и для себя. Джошуа. Пора. Мое время пришло. Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Я хочу, чтобы именно ты прибил меня к кресту. Пожалуйста. Хорошо, Джошуа. Конечно. Спасибо. Хорошо. Начинаем. Тебе нужно будет сказать несколько строчек. Заучивать не надо, их покажут на суде. Боишься Бога, когда и сам осужден на то же. Отче, прости, ибо не знают, что делают. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю.
Отче, Отче, в руки твои предаю дух мой. Это был мой самый трудный проект, но я справилась. Что теперь? Пойду домой. Дня два буду просто спать. Насчет денег потом с тобой свяжусь. Буду ждать звонка. Угу. Удачи. Ты как? Готов? Бести должна уже сейчас прийти. Окей. Я готов. Ну, наконец-то. Ты какой-то другой. Прическу сменил, нет? Блять, как хорошо вернуться. Мне казалось, ты и не уходил. Что будешь пить? Old Fashion с текилой. Долей сверху пива и брось немного чили. Коктейль Сильверхенда? Что-то давно его никто не заказывал. Повтори мне. Сделаем.
Кассиус Райдер. Слышала когда-нибудь о нем? Угу, татуировщик. А ты откуда его знаешь? Мы пересекались. Так где мне его найти? У него салон вот, на Першинг. Ну, так что делаем? Козла? Или ту, другую? Другую. Он будет в восторге. Уж наверняка. Джеремайя Грейсон. Он вроде работает на Смешера. Но я тебе этого не говорил. Да я тебя вообще не знаю. Да, кое-что общее у нас с ним все-таки было. Руби Коллинз. Сначала я ее трахал, а потом Грейсон. Ты что, обо мне слышал? Поехали. Расскажу, что именно. А ты покажешь, врут или нет. Только сейчас разберусь тут кое с чем. Эй, держи свои лапы подальше от Руби. Никуда она с тобой не пойдет. Она на работе, ясно тебе? Блять, как я скучал. Жду тебя на улице. Заждался меня? Предлагаю поехать ко мне. Сначала покатаемся. Тебе идет? Огонька нет? Блин, я думала, мы умрем. Руби. Наверное, я позвоню. Позвоню. Руби, соберись. Мне надо поговорить с Грейсоном.
Привет, Найт-Сити. Ви. Ты всегда с утра кровью харкаешь? Пожалуйста, давай не будем про это. Окей. Я еще при первой встрече подумала, что кого-то ты мне напоминаешь. Не гони, тебе Джонни рассказал. А мы что? Ну, это... Нет, он был слишком пьян. Он позвонил мне утром. Я, конечно, решила, что это ты. Подумала, какой милый мальчик. Жалко, что так быстро слетел с катушек. И что, приехала посмотреть? Просто из интереса? Ага. И встретила Джонни Сильверхенда. Знаешь, как-то странно, что ты узнала во мне Джонни. У тебя выражение лица изменилось. Ты, может, и выглядел как Ви. Но так ухмыляться мог только он. Так говорить, ходить, держать сигарету. Я не курю. Знаю. Вас двоих сложно перепутать. Так что спи спокойно. Он рассказал тебе про Смешера? Да. Я не знала, что он вернулся в Найт-Сити. Джонни узнал, кто на него выведет. Погоди. Грейсон? Джеремайя Грейсон работает на Смешера. Джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши, не спрашивай, как. Эбунике. Вот и вся инфа. Я посмотрю, что с ней можно сделать. Скоро мы доберемся до этого мудилы. Знаешь, чем занимался Смешер все это время? После взрыва Арасака Тауэра в 23-м он исчез. Мы все думали, что его раздавило. Потом он вдруг появился, выполнил несколько больших заказов для Арасаки и снова куда-то пропал. Его много лет никто не видел. Никто, кроме Грейсона. Я могу чем-то помочь? В таком состоянии? Нет, не можешь. Позвоню, когда что-нибудь узнаю. Окей. Надо же, этот мудак сидит у тебя в голове. Да блять. Ты напиздел мне. Сказал, что только поговоришь с бестией. Так я и поговорил. А стриптизерша, драка в эмпатии, татуировка? Это все части плана. Я должен был предъявить бестии что-то конкретное. Эбунике? Инфа по Грейсону, который может дать инфу по Смешеру? Инфа об инфе. Это конкретно? Бестии этого хватило. Заканчивай ныть и дельтуем отсюда.
Куда ты меня притащил? Туда, где ты можешь наблевать на ковер, и тебе за это ничего не будет. Так что нехер выпендриваться. Как? Тебе получше? Нет. Привет, Ви. Джефферсон? Мне опять нужна твоя помощь. Дело деликатное. Допустим. Что от меня требуется? Не по телефону. Приедешь к нам, я тебе все объясню. Без проблем. Помогу, чем смогу. Отлично. Мы тебя ждем. Помнишь, куда ехать? Конечно. До встречи. Хочу что-нибудь обновить. Ну что, давай тебя перепаяем.
Я готова.